Месяцы упорного противостояния. Десятки матчей. В муниципалитете подошло к концу открытое первенство Ленинского округа по хоккею с шайбой среди любительских команд. Проводится оно уже в седьмой раз, и с каждым годом уровень соревнований только растет. В течение 8 месяцев 20 коллективов из города Подольска, города Чехова, города Видного, из Москвы, из города Домодедово на ледовом катке «Арктика» разыгрывали открытое первенство Ленинского городского округа. По результатам турнирной таблицы в числе фаворитов – видновский «Металлург» и команда из поселка совхоза имени Ленина под названием «Савелен». Именно они стали участниками финального матча. Соперники давние, соревнуются друг с другом уже не первый год. И каждому матчу команда готовится очень серьезно. Ну, есть игроки, которые сильные, у которых и скорость есть, и играть умеют, то есть шайбы. То есть, как говорится обычно, шайбы на «ты». Есть такие игроки. Вот на них здесь тоже есть опора, надежда. В самом начале инициативу захватили савеленцы. На табло зажглись цифры 1-0, затем последовал еще один гол. Но видновские спортсмены сумели собраться, и уже до конца матча спортивная удача благоволила им. За ярко-динамичной игрой с трибун наблюдали более 200 болельщиков. Нам очень нравится, здесь наш друг играет, мы за него болеем всем сердцем. Леша, мы в тебя верим. У команды бывали разные периоды, но, конечно, очень приятно наблюдать, как последние пару матчей команда растет и насколько положительные эмоции она приносит своим болельщикам. Матч интересный, конкретно за команду не болею, потому что там и знакомые есть, тут знакомые есть, просто за красивый хоккей и все. 4-3 в пользу «Металлурга» – таков результат финальной игры. Всего же по итогам сезона победителями первого дивизиона чемпионата стала хоккейная команда «Савелен». На втором месте – видновчане. Екатерина Коваленко, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.